Добрый день, мои дорогие друзья! Я сегодня в клинике имени Пирогова. 7 месяцев у меня шла моя очередь на прием. И вот случайно в пятницу позвонила узнать, как продвигается очередь. Сказали, освободился талон. Вот на сегодняшнее утро. И вот я здесь. А так вообще неизвестно, когда бы моя очередь еще подошла. Сегодня ровно 7 месяцев, как я стою в очереди просто на прием. У меня проблема с одним глазом. И вот выясним, сделают мне операцию или нет. Вышла я с приема, иду на метро. Очень понравился мне врач, как тут все так внимательно, не спеша. Очередь большой, сумасшедшей нет. Так, но надо будет еще раз прийти, да обследуют, и будут решать вопрос с операцией. Я бы хотела станция Шаболовская. Еду домой, но у меня еще есть одно дело. Мне нужно заехать в мои документы и получить готовый загранпаспорт. Я получила свой загранпаспорт биометрический на 10 лет. Думаю, что это мой последний паспорт в моей жизни. Загран. Все, иду счастливая. Сегодня очень тепло на улице, где-то минус 2, но выпал снег, и потому не скользко. Сегодня я не плутала, доехала нормально, сейчас еще нормально обратно выехать. Так, вот это пруд замерзший, называется Конторский пруд. Интересно посмотреть его летом. Я в коммунарке. Район Новая Коммунарка. Все-таки это название ассоциирует у меня с ковидом. Какое-то не очень приятное.
На ужин сегодня жарю картошку. А это делаю я очень-очень редко. Вообще картошку готовлю редко. Просто видео сегодня несколько посмотрела, и девушки как-то все жарят картошку себе на обед, на ужин. И что-то мне тоже захотелось. Так, это лук. Думала, с чем картошку приготовить. И решила, что у меня есть соленые грибочки, волнушки. И дай-ка я сегодня приготовлю с ними. Вот такие у меня волнушечки. Я их порезала помельче. Сейчас добавлю в картошку. У меня еще есть сухие грибы белые. Надо что-то придумать тоже из них, что-то приготовить. Скорее всего, грибовницу придумаем. Это все, все грибочки привезли из Архангельска мои дети. Знаю, что соленые грибы не жарят, но мне так захотелось сегодня. Так, все почти готово. Добавлю кусочек сливочного масла. И вкусный ужин готов.